Дай почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Литцель, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Кажется, что в наше суматошное и лишенное всяких строгих правил время каждый может самовыражаться, как Бог на душу положит. Очки солнцезащитные водрузить на голову и носить в качестве кокошника или ободка. Сплошь и рядом, пожалуйста, даже претерпелись к этому. А вот милый, крепкий юноша покорно несет махонькую сумочку своей ненаглядной возлюбленной. Знакомо, согласитесь? Несмотря на засилье гаджетов, неужели книга все еще лучший подарок? Еще много-много вопросов возникает в различных ситуациях. И так по порядку. Очки носят исключительно на носу, с целью защиты наших прекрасных глаз от воздействия солнечных лучей. И никаких вариантов. А если встретили знакомого и вступили в беседу, солнцезащитные очки снимаются всегда. Моветон, если мужчина несет дамскую сумочку. Ну а книга, выбранная с учетом интересов одариваемого, действительно остается лучшим подарком. Очередная книга по правилам поведения составлена Светланой Фатеевой на основе ее постов в Инстаграм и называется «Нескучный этикет» или «Что надеть, если тебя не приглашали». Книг по этикету много, а вот чтобы с юмором – очень мало. Светлана Фатеева и подарила такую книжку не только себе, но и всем окружающим людям. Не знаю, что она считает юмором, но то, что встречается в «Нескучном этикете», мне показалось плоским, не смешным и утомительно навязчивым. Ну, например, такому бриллианту погладить женщину проще, чем погладить рубашку и брюки. Жевать жвачку надо так, чтобы не было мучительно слышно окружающим. Но если пропустить авторский своеобразно новаторский юмор и рекламирование себя, то получится полезная и своевременная книжка «Правил по этикету». К детям старше 12 лет по этикету обращается на «вы». В ресторан, как и в лифт, первым входит мужчина. Открытое вино должен сначала попробовать тоже мужчина. Головной убор обязательно снимается в помещении. И только женщина может оставаться в шляпе, но не в шапке. И еще много полезного можно узнать из глав «Основы поведения», «Этикет в общении», «Отцы и дети», «Культура речи», «Этикет в одежде», «Культура приема пищи», «Этикет в транспорте», «Этикет в соцсетях», «Праздники и подарки». Безусловно, дорогие слушатели, этикет – дело добровольное. Можно стать воспитанным человеком, а можно жить как привык. Выбор за каждым. Светлана Фатеева, «Нескучный этикет». Этикет 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».